Всем привет, давайте с вами полистаем первый каталог Avon. Он на обычной территории действует с 30 декабря. У нас он действует сейчас, потому что я живу в Ивановской области, и у нас зона трендсеттеров. Начинается каталог с хорошего предложения для карандаш для губ представлен и блеск. Карандаш всего за 119 рублей. И также представлены карандаши для глаз за 119 рублей. В этом каталоге мы можем, с учетом того, насколько мы заказали в 17-м каталоге, заказать себе приз. Если у вас, например, на 3600, вы можете заказать себе 3 приза. По 1200, то есть суммируется. Причем заказывать могут не только консультанты или представители, но и обычные, в общем, люди, которые просто пользуются Avon'ом. Дальше. Классная цена за 499 рублей. Persif и Cherish. Очень хорошая цена на самом деле. Потом новинки. Здесь представлены сумка новая и кошелек с шарфиком. Мне очень понравилась сумка за 1000 рублей. Но я в этом плане не очень люблю сумки от Avon, потому что потом у нас лично, потом весь город в этих сумках, ну, с этими сумками. У меня шарф есть от Avon. Так вот, я прям встречаю чуть ли не каждую неделю кого-то с таким шарфиком. То есть ты 100% не будешь индивидуальным. Дальше тушь 199 рублей. С тушами от Avon я не нашла общий язык, к сожалению. Любой продукт 209 рублей. Здесь представлена губная помада Ультра. Я все жду, не дождусь каталога, где будут хорошие цены на помады. И я там закуплюсь, потому что с помадами у меня прям заканчиваются помады у меня. Здесь очень крутое предложение. Во-первых, помада Леди по очень хорошей цене. А во-вторых, очень крутая цена у помады Сияние Цвета. Сама по себе помада у меня есть. Она у меня есть в двух оттенках. Вот в таком. И, наверное, вот в таком. Я довольна обоими. Ощущение, что на самом деле помада блеск, она хорошо носится. Единственное, что я не очень люблю, когда наносишь помаду. И когда говоришь между собой, в общем, помада так, знаете, чуть-чуть склеивается. Но это вот такой у нее недостаток. Очень хорошая цена, по-моему, первый раз на мою... Ну вот я не помню, чтобы такая хорошая цена была. Лаки по 109 рублей, эксперт цветом. Очень хорошая цена на румяна-шарики. В прошлом каталоге цена была хуже. Дальше 249 рублей тональные крема. Тоже, наверное, я закажу себе, потому что тоже тональники уходят у меня с какой-то неимоверной скоростью. 599 рублей любой аромат. Little Black Dress. Здесь, кстати, ароматы все 50 мл. 600 рублей любой мужской аромат. Хорошая цена. 375 рублей уже ароматы подешевле. Очень дешевая цена будет на Individual Blue. Правда, Casual, по-моему, в распродаже сразу вам покажу. 259 рублей. Компотики 269 рублей. 149 рублей любой продукт с этих страниц. Здесь 400 мл шампунь и маска 150 мл. Все шампуни по 400 мл. 125 рублей средств для интимной гигиены. Но на это средство была очень хорошая цена в прошлом каталоге по 99 рублей. Любой продукт 139. Хорошая цена тоже. Здесь представлен скраб, мицеллярка, тоник, гель и пенка. Особенно пенка мне нравится. Так, от 299 рублей. Давайте посмотрим сразу, что 99 рублей стоит у нас система 2 в 1 вокруг глаз. Классная цена. Дальше у нас любой аромат за 859 рублей. Ценители этих ароматов, наверное, знают, что это выгодно. Здесь я не вижу, у меня потух экран, сразу темнее стало. Сейчас я... Ага, включила. Здесь, так, 1299, я не знаю, на мой взгляд, эта вода не оправдала
ожиданий, но это на мой субъективный взгляд. У меня как-то вот, несмотря на то, что у меня девочки очень интересуются новинками, заказала только подружка своей свекрови. 789 Viva La Vita. 399 Pulse и Secret Fantasy. 2 за 199. Давайте посмотрим, что здесь представлено. Лосьоны после бритья, лосьоны для тела, парфюмированные лосьоны, парфюмированные дезодоранты и дезодоранты мужские. 279 X-Series и Sport. Хорошая цена. Так, 399 Mask. Хорошая, очень классная вода. Я прям мужская, мне очень нравится. Я очень ее люблю. Вообще отлично. Даже на сколько страницы всегда вот в плюс бумага, всегда аромат как-то деформируется. Здесь даже на страничке очень приятный аромат, классный. Вообще, наконец-то какое-то хотя бы предложение. Люкс. Смотрите, любой продукт всего за 250 рублей при покупке двух. Меня, естественно, заинтересовали помады, с учетом того, что у меня есть такая помада. Она неплохая, она хорошая. Единственное, что у нее цветопередача не такая насыщенная, то есть ощущение, что это все-таки бальзам, а не помада. Посмотрим, что я куплю. Либо я куплю просто обычную помаду. В этой помаде мне не нравится их флакон, вот этот удобней. У меня есть, наверное, шелк, как он там называется. Где он, кстати? Не вижу этот шелк. Пунш. Вот, шелковая роза. Rose Silk. Посмотрим, какой я куплю. Единственное, что здесь блесточек нет. Посмотрим, в общем. Ну, классно, наконец-то они хоть какую-то скидочку в люксе сделали. 279 рублей матовая помада, шикарная помада, которая вы ее нанесли, и она у вас весь вечер вообще. Я ее обновляю только потому, что, ну, как бы, я привыкла уже обновлять какие-то средства на губах, и, ну, по привычке иду, когда вот в комнату там или к зеркалу, обновляю ее. 279 рублей питание и цвет. Этой помадки у меня, к сожалению, нет, она есть у моей мамы. Мама довольна ей. Тени 329 рублей. Как-то я никогда не обращала внимания на румяна вот эти. Тут я обратила внимание, мне кажется, вот неплохой цвет вот этот. Конечно, наугад вот покупать тоже, ну, посмотрим. Либо уже в магазине куплю, потому что хочется мне на зиму какой-то поспокойнее цвет румян. 139 рублей любое средство для ногтей. Здесь у нас представлена новая серия помад. Новая эра цвета. Попробую новинку следующего каталога. Здесь вы можете заказать по 20 рублей оттенки. Что касается оттенков, конечно, мне сейчас опять напишут, что они не очень носибельные. Я, ну, соглашусь, что вот, например, этот, не каждая девушка может, как бы... Мне понравился вот этот оттенок. И, наверное, уже остальные, которые мне понравились, покажу вам в фокусе. Дальше. Что здесь интересненького? Набор 265 рублей выгоднее, чем в прошлом каталоге. Намного. Вот новинка. Сделай акцент брови с броу-гелем и кисточкой. Появляется у них броу-гель водостойкий. Поможет сделать брови по-настоящему выразительными и яркими. 215 рублей. Кисть 179. Кисть, обратите внимание, не очень обычная такая. И вот такие цвета. Мне кажется, интересная темка. Дальше. Давайте смотреть, что же тут есть еще интересного. 189 рублей компактное маскирующее средство. Недорогое. Наслаждайся комфортом и будь самой красивой даже в бане. 699 рублей. Пижамки. Сейчас на них очень большой бум в Ютубе.
Так, джинсики. Как правильно, женские брюки они называются у них. Так, смотрите, что здесь за предложение? Набор из трех продуктов за 299 рублей. Я так понимаю, что можно даже заказать три одинаковых продукта. Из выгодного, понятно, что здесь пена выгодная, потому что они редко бывают по 100 рублей, они чаще всего там 119-129. Потом выгодный, ну, жидкое мыло, потому что оно у них всегда тоже очень дорогое. Спрейчик выгоден. Ну и солнце Калифорнии 500 миллилитров целых. Трусишки вот эти заказывала у меня подружка к своему парню. Пледик, который мы заказали с мужем, очень я осталась довольна. Вообще мягкий, классный плед. Снеговички, вот эти их, я даже не знаю, как сказать, но здесь не написано, что это снеговички, это я так подумала, что это снеговички, 229 рублей. И вот здесь еще, смотрите, тоже 500 рублей. А и эти тоже 229 подарочки. Очень-очень много бижутерии в Avon. Я как-то почему-то на нее не обращаю внимания. Знаю, что многие девочки покупают. И цены здесь, кстати, такие не очень кусающие. Надо мне тоже... У меня очень много сережек вышло из строя из бижутерии. Мне нужно тоже обновить. Но вот как-то я привыкла, понимаете, вот эта старая какая-то закалка, привыкла покупать сережки, когда я их вижу. Вот что там... Смотрите, здесь целый комплект, 250 рублей. Классно, все. Красивая сумочка. Эрин. Цвет мне нравится. Карандаш плюс тушь за 259 рублей. По 79 рублей бальзамчик, 139 рублей помада. Так, здесь за 69 рублей инструмент для очищения пор. Так, что у нас здесь представлено? Здесь Annu Clinical. И купи новый уход на Новый год 399 рублей. Один крем 399 рублей, который от 25. Мне его, в общем, уже пора. При покупке двух масок третья за 1 рубль. Так, каждый за 219 рублей при покупке двух. Здесь прикольно, получается, вы покупаете сразу дневной и ночной, но, честно говоря, они всегда по 219 рублей, так что особой выгоды здесь, ну, не очень-то. Так, дальше, BB-кремы 259 рублей и увлажняющий крем 199 рублей, он с тональным эффектом. Что у нас здесь? Хит-цена, скраб для лица 125 рублей. На самом деле, Планету Спа нужно было покупать в 16-17 каталоге. Там были просто мега удачные акции и предложения. 155 рублей, здесь целых 400 миллилитров. Заменяет 3 бальзама для губ. 99 рублей это кремушки здесь Avon Naturals. 20 плюс, 30 плюс, 40 плюс и 50 плюс. А цена на сыворотку была очень хорошая в прошлом каталоге.
Что касается красок для волос, вот не могу ничего сказать. За 99 рублей бальзам-спрей нужно... У меня, кстати, полный он стоит, нужно мне его выбросить, потому что на моих волосах он не работает, к сожалению. Итак, смотрите, специальное предложение. При покупке любого продукта со страниц 168-169 крем для рук нежный ландыш и миндаль за 49 рублей. Ну вот посмотрите, почем здесь мыло. 135 рублей. Жидкое мыло 125 рублей. Вообще они, конечно, загибают цены на мыло. Мыло, опять же, 125. За 89 крем-гель для душа. Здесь у нас с ароматом яблочного пирога. Не пахнет мне яблочным пирогом, пахнет мне какой-то газировкой почему-то. Но, опять же, это со странички, никто у меня не заказывал его так. За 99 рублей у нас дезодорирующий спрей для ног. Цены вообще, конечно, скраб для ног 109 рублей. Какие-то бешеные. Я помню, как я покупала его за 69. Здесь я поэтому и пролистываю. Мне кажется, чисто так ознакомиться можно. Если я вдруг быстро, вы останавливаете, ну и смотрите внимательно. Должно быть все очень хорошо видно. Расчесывайся с удовольствием. При покупке любого продукта с этих страниц щетка для волос за 219 рублей. Здесь успей купить любое за 109 рублей. Здесь представлены почти все маски, я смотрю. Почему написано «любое»? Любое средство, что ли? Любую маску бы уже написали. Ну, в общем, ладно. 79 рублей. Это у нас тоники, маски тоже. Здесь у нас скидка 50%. По 69 рублей очень выгодно. Неплохой, кстати, очищающий гель. Так, за 99 рублей средство для ног. Это мыло мне очень-очень сушило просто ноги. И вообще безбожно. На самом деле, хуже, чем это мыло. Ничего мне не сушило ноги. Не могу понять, почему. Дальше. Представлено у нас тут все зимнее. 105 рублей жидкое мыло, 79 гель для душа и 135 большой. Здесь такое предложение, которое из каталога в каталог как бы повторяется. Годовой запас. Выбери любимый уход для волос по выгодной цене. Если вы покупаете 12 штук, то каждый за 69 рублей. Дальше то же самое представлено по гелям для душа по 69 рублей. Дальше последние странички, это у нас по 75 рублей дезодоранты, антиперспиранты, 59 рублей кремы для рук. Это просто вообще на самом деле вообще цена бомба. Очень-очень давно не было такой цены. Последняя цена, которая была выгодная, это, по-моему, 65. 59 прям хорошо. 115 рублей спрей. Но спреи было очень выгодно покупать в 16-м каталоге. Они там были по 99 рублей. Это я говорю специально для тех девочек, которые проживают в обычных зонах. Эйвен. И по 119 рублей у нас Пурбланка, Инкадесенс, Фаруэй и Персив. Так, ну с каталогом мы закончили. Он просто, в отличие от предыдущих, потоньше. Тут всего лишь 203 страницы. В новогоднем, для сравнения, было 268. Поэтому мы так быстренько с ним, в общем-то, справились. Дальше, раз уж я показывала уже распродажу, давайте, она тоже тоненькая. 199 рублей вот эти ароматы, которые называются Be On Trend, Be Romantic. И 259 вот этот аромат. Здесь у нас представлены сумочки, бижутерия, очечки, плед опять же. Детская пижама Миньоны, но чуть-чуть отличается от той, которая представлена в этот раз.
хорошие цены здесь на воду. Вот кто любит, я помню, как я по распродаже покупала Тресен, как-то вот как-то так она называлась, тоже очень дешево. Все, показала вам распродажку. Дальше давайте посмотрим фокус. Как же она называется? Не могу вспомнить. С такой крышечкой вытянутая водичка. Не могу вспомнить. Прекрасная цена на питательный крем-масло для лица «Чудесное сияние». Если у меня никто из подружек не захочет, я обязательно закажу себе. Вообще, на самом деле, когда у меня кто-то хочет что-то из фокуса, я всегда заказываю тому, кто хочет. Потому что, ну как-то ладно уж, я-то потерплю. Новая водичка «Живи на полной скорости». Свежий аромат, шампунь, гель для душа и туалетная вода. Кардамон, нота нитробулит и древесные ноты. Ну, древесные ноты, наверное, моему мужу понравятся. 499 рублей. Для Full Speed это не очень дешевая цена. Не очень маленькая, в смысле. Дальше, вот они новые, в общем-то, оттенки, оттенки помады, которая называется «Взрыв цвета». Любые 5 оттенков 599 рублей. Смотрите, что мне понравилось. Мне понравился вот этот оттенок. Мне понравился вот этот оттенок. И, конечно, мне понравился какой-нибудь вот такой оттенок красный, типа классики. Вот как знать, хорошая или нехорошая помада, не знаю, вот брать, не брать, посмотрим. Ну, одну-то я точно себе возьму. Дальше новиночка будет у нас чувственная роза, пена для ванн, розовые грезы. Дальше это, ну, как новинка. Да, новинка, отшелушивание, увлажнение и смягчение. Пудра скорлупы грецкого ореха и пемза отшелушивают и смягчают на топтыши, а семена клюквы увлажняют и делают ножки гладкими на ощупь. Мгновенно гладкость и мягкость даже огрубевших частей. 119 рублей, но здесь огромный объем, 150 миллилитров. Также здесь неограниченное количество вы можете приобрести, это просто для представителей. Любой набор из двух средств 99 рублей. Вот оно предложение, которое меня просто вообще покорило. Во-первых, очень дешевая пудра, 369 рублей. Можно приобрести неограниченное количество. Я обязательно себе приобрету тональный, потому что он классный, потому что он у меня был. И не знаю, вот насчет пудры посмотрим. Наверное, даже пудру тоже приобрету, потому что по таким ценам в каталоге, давайте вот чисто так для прикола я вам скажу, сколько даже в 17-м каталоге стоил вот люкс пудра и тональный, чтобы не быть голословной. Главное, конечно, найти, я же любительница, подготовиться. Это же про меня прям. Вот, я просто не знала, что я буду, в общем, так говорить. Я увидела это предложение. У меня есть группа ВКонтакте, да. И там я когда увидела, что такие предложения на люкс, они бывают, на самом деле, мне кажется, реально раз в год эти предложения. Очень редко на люкс в Эйвоне делают скидку. Ну, потому что это такая, как бы, серия, которая вроде как, ну, не любят они, короче, баловать нас. Представляете, я, ну, не могу найти, в общем, люкс в 17-м каталоге. Ладно, забыли. Давайте в первом посмотрим люкс. А, нашла. Так, в первом каталоге пудра стоит 529 рублей, ухаживающий тональный крем 600 рублей, без рубля. Ну, то есть, короче, вообще, на самом деле, очень выгодно. И здесь у нас набор, который ходит пена и мыло за 259 рублей. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас тут из новинок одежды и сумочек. Три новых сумки, вернее, сумка одна, три цвета, Леонора, 896 рублей. Вот. Ну, белая, кстати, а смотрите, как она смотрится вот так вот, прикольно, мне нравится. И новое платье, ну, оно, конечно, обтянет вас, девочки, у которых хоть что-то есть лишнего, мне кажется, нет. Смотрите, отстегивающаяся нижняя утягивающая юбка.
И на последней странице представлены две новинки. Два геля. Крем-гель для душа, ароматерапия счастья и бесконечная свежесть. Значит, в мужском аромат бергамота, кардамона заряжает энергией на целый день. В женском гранат, фрезия подарит отличное настроение. Как всегда, я считаю дизайн на высшем уровне. Смотрите, что касается подарков и предложений. Я так поняла, что я в 17-м каталоге могла заказать какой-то подарок, но как обычно забыла. Ну, в общем, молодец я. Здесь такое предложение. Если вы в 16-м каталоге с определенных страниц, вот они представлены, эти страницы, заказали ароматов на 3000 рублей и больше, если бы я знала, когда у нас действовал 16-й каталог, может быть, как-то я бы купила в этом каталоге себе Avon Life, ну ладно, то вы можете приобрести призы всего за 29 рублей. Посмотрите, какие здесь неравноценные призы. Набор елочных игрушек, вода Forever, вода Premier Lux. Ну, на самом деле, мне кажется, несравнимо с румяными шариками, которые стоят 260 рублей. Ну, короче, в общем, ладно. Avon в своем репертуаре. Все, я вам все показала. Все каталоги. В этот раз, на самом деле, по-быстренькому мы. Потому что я еще раз повторю, что были, ну, в общем, после Нового года они сделали так, чтобы люди чуть оклемались после Нового года. Смотрите, если вам понравилось, если вам было полезно, обязательно поставьте пальчик вверх, я буду благодарна вам, пишите ваши комментарии, и всем пока-пока, до скорых встреч!